Шеф-повар Максим Григорьев. Мухолёбие – молочный пудинг по-турецки. Мухолёбие – это самый обычный молочный пудинг, очень популярный на Востоке. Существует множество различных его вариантов, с апельсиновой водой, с розовой водой, вытяжка из лепестков дамасской розы, на рисовой муке, на смеси крахмала и рисовой муки, с добавлением миндальной муки, с корицей, фруктовым мармеладом и так далее. Его можно есть как в горячем, я люблю именно горячим, так и в холодном, он особенно хорош холодным, из холодильника, освежает летом, видя. Время приготовления, 10 минут. Ингредиенты. Крахмал кукурузный 3 чайные ложки. Молоко 2,5 ст. Сахар 2,5 столовых ложек. Шаг 1. Для приготовления мухолёбе нужно взять молоко, сахар и крахмал. Крахмал желательно брать кукурузный, но подойдет любой. Шаг 2. В ковшик влить 2 стакана молока и поставить на огонь. Шаг 3. Положить в теплое молоко сахар и перемешать до полного растворения. Довести молоко до кипения. Шаг 4. Пока молоко закипает, следим, чтобы оно не убежало, в 0,5 стакана молока положить крахмал, 4 чайные ложки с горкой, и тщательно перемешать, чтобы не было комочков. Шаг 5. Влить крахмал в горячее молоко и сразу же начать перемешивать, иначе образуются комочки. Шаг 6. Проварить пудинг на огне 3-4 минуты, непрерывно помешивая. Шаг 7. Загустевший пудинг быстро разлить по чашечкам, которые надо заранее поставить рядом с плитой. На поверхности пудинга образуется нелюбимая многими пленка. Ее можно просто ложечкой снять, как сливки. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.